этом КАМАЗе третьекурсник Артем Восконян знает каждый винтик. Под чутким руководством мастера студент колледжа Подмосковья проходит практику на предприятии. Юный автомеханик с детства пропадал в гаражах, самостоятельно узнавал для себя устройства. И, как сам заверяет, теперь ему под силу разобраться в технике любой сложности. Сегодня занимались ремонтом, дефектовкой автомобиля. Полученные знания в колледже активно применяю при ремонте, дефектовке, диагностике автомобиля. В данный момент меняли масло, устраняли течь ступицы и меняли радиатор. Большим компаниям постоянно требуются молодые специалисты. Организация «Восточные ворота», где трудится Артем, не исключение. Она является официальным дилером центра по производству автотранспорта ФАФ, занимается ремонтом грузовой техники, располагает тремя корпусами площадью 3000 квадратных метров. По согласованию с администрацией городского округа Химки, для бесперебойной работы предприятия за счет собственных средств предпринимателя построена новая дорога с тротуаром шириной полотна 7 метров, длиной около полкилометра. Группа компании «Восточные ворота» уже более 10 лет на рынке занимаются тем, что обслуживаем госкомпании, участвуем в госконтрактах. Это Москва и Московская область, такие компании, как «Мосавтодор», «Магнит», мэрия Москвы. Также являемся и сотрудничаем с компанией Shell, с компанией «Газпромнефть». Студенты колледжа, начиная с первого курса, регулярно посещают предприятия. Здесь для них проводятся экскурсии и мастер-классы. Когда практиканты приходят к нам на производство, в первую очередь мастера объясняют процесс, то есть чтобы четко представляли практиканты, как идет работа на СТО от самого начала. А это приемка транспортного средства, дальше помывка транспортного средства, диагностика, согласование, ремонт. Колледж Подмосковья – одно из крупнейших образовательных учреждений. Насчитывает 10 корпусов, которые расположены во всех крупных городах Московской области. В них учатся более 6 тысяч студентов. Наша задача – сделать из наших студентов конкурентоспособных специалистов на рынке труда. Помогаем им освоить высоковостребованную, конкурентоспособную профессию и быстрее в ней адаптироваться. Абитуриент может получить специальность по любой из 50 предложенных профессий. Среди мальчиков более популярны технические профессии. Идут учиться на сварщика, оператора станков ЧПУ, а также автомеханика. Автомеханик – это в первую очередь многопрофильный специалист. Мы изучаем не только строение автомобиля, его сбор, разбор, но и получаем дополнительные навыки по типу слесарного дела, сварки, конструирования. Девочки выбирают такие профессии, как логистика, повар-кондитер, право. Колледж сотрудничает не только с градообразующими предприятиями, но также и со всемирно известными компаниями. После выпуска многих студентов приглашают на постоянную работу. Все наши профессии и специальности практикоориентированы. Наши студенты проходят практику на ведущих предприятиях городских округов. Также успешно трудоустраиваются. Образовательные программы постоянно совершенствуются в соответствии с тенденциями современности. Появляются новые специальности, а также есть возможность получить дополнительное профессиональное образование.